сейчас объясню вам, что такое жумар и для чего он нужен. Жумар помогает человеку подниматься по веревке наверх. Устроен он таким образом, что здесь есть зубы, которые впиваются в веревку и не позволяют ему спускаться вниз. Вверх он двигается очень легко, но когда ты его нагружаешь, он не спускает. И тут все диванные критики: такими острыми зубами он порвет всю веревку. Этому устройству десятки лет, и при правильном использовании он никогда не портит веревку. Petzl – один из лучших брендов в мире по производству альпинистского снаряжения.